Привет всем, алоха, криптовалютчики. Ну что ж, продолжаем с вами разговор про разнообразные блокчейн-стартапы. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить проект под названием BitSong. Биткоин-песня. Почему он привлек мое внимание, вы поймете чуть позже, когда я вам расскажу о его сути. Второй момент, почему проект привлек мое внимание, SoftCap достигнут. SoftCap они уже собрали, а это говорит лишь о том, что BitSong будет жить. Давайте с вами разбираться, что же это такое. Это новая эра стриминга, стриминговой музыки. Вы, конечно, можете открыть white paper и поподробнее прочитать, что это за первая децентрализованная платформа стриминга музыки. Я вам в двух словах попытаюсь объяснить. BitSong – музыкальная платформа, которая будет построена с использованием технологий блокчейн, используя блокчейн Ethereum, а также IPFS – распределенную файловую систему. BitSong – проект, который создан как для музыкантов, так и для слушателей, для поклонников музыки. BitSong решит очень важную проблему в мире музыки, проблему того, что музыканты хотят стать известными, хотят донести свое творчество миру, хотят зарабатывать на этом. Так вот, платформа BitSong предоставит возможность авторам создавать песни, в которые рекламодатель сможет прикреплять рекламные объявления. Пользователи же смогут иметь доступ к этим музыкальным произведениям абсолютно с любого устройства, будь то персональный компьютер, будь то смартфон, будь то планшет. За прослушивание каждого рекламного ролика, как артист, творец, певец, издатель, так и слушатель будут получать до 90% прибыли, которая была вложена рекламодателем. Также можно будет получать пожертвования, то есть донаты от поклонников, от своих фанатов для развития дальнейшего, для новых альбомов. Суть проекта заключается в том, чтобы создать новый революционный бренд, который будет развивать стриминг музыки, то есть потоковую музыку, и будет отличаться от всех ныне существующих платформ. BitSong ставит своей целью генерировать, создавать и давать возможность получать прибыль как артистам, так и их слушателям. Всем этим делом по всему миру. Цель – присутствовать на любом смарт-ТВ, оборудованном технологией Chromecast. Цель BitSong – быть в каждом смартфоне. Вот так вот, друзья. Вы можете почитать про BitSong на разнообразных ресурсах, таких как ICO Bench, Found ICO, ICO Bazaar, ICO Marks и многие-многие другие. Действительно, это интересный продукт, интересный проект. Все будет предельно просто, друзья. Вот ваш смартфон, вы являетесь автором, загрузили песню или создали свой собственный музыкальный канал, свою страничку, продаете песни, если вы слушатель, то вы их, простите за тавтологию, слушаете. Когда вы какую-то песню выложили, вы можете получать пожертвования в режиме онлайн от своих поклонников. Слушатели могут делать эти самые пожертвования. Вы, как автор, можете делать донаты другим творцам, другим певцам и так далее. То есть зарабатывать токен BTSG, о котором я расскажу в следующем видео. Спонсоры, конечно же, здесь будут участвовать в этом всем деле. Огромная площадка, огромный потенциал для разнообразных рекламодателей. Вот так вот, друзья, в следующем видео я поподробнее вам расскажу и о токене, и о команде продукта, и, соответственно, мы с вами поговорим о дорожной карте. Много всего интересного сулит нам BitSong. Я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Telegram BitSong, ссылки будут в описании. Я на этом с вами прощаюсь, до новых встреч, друзья.